Я сейчас бы хотела вам рассказать, как можно почистить свое помещение на чистый четверг. Сейчас грядет, точнее идет уже страстная неделя. Как это можно сделать? Достаточно просто. Берете черную свечу, это можно заказать в интернете. Очень много эзотерических магических магазинов, натуральный черный воск. Берете одноразовый стаканчик, насыпаете туда соль и ставите черную свечу. Зажигаете, и пусть себе стоит, горит. Ничего делать не надо, ничего говорить не надо. Просто она стоит и горит. И она сжигает весь негатив, который есть у вас дома. Когда свеча догорит и она сама потухнет, вы берете все содержимое, остатки свечи и соль, выбрасываете в унитаз и промываете. А одноразовый стаканчик выносите на улицу и выбрасываете на улицу. Таким образом, вы очищаете свое помещение от негатива. Обязательно сделайте это в чистый четверг.